Приветствую всех на моем канале. Сегодня я вам покажу обзор своей вышитой работы от торговой марки Tela Artist. Называется она «Нежные анемоны», артикул TA195. Вот так выглядит моя замечательная вышитая работа. В работе использовалось 14 цветов бисера прециоза. Схемка нанесена на атласную тканюшку, что придает ей невероятный блеск. Вышивка моя в процессе моей работы не стянулась. Вот бисер, который мы использовали. Все по ключу. Такой ключ. Всего в работе 10606 бусинок. Смотрите, как замечательно переливаются листья. Такие переходы очень красивые. Анемоны. В работе используется монастырский шелк. В комплекте с тканюшкой была подробная инструкция, как правильно сшивать монастырским швом. Работа замечательная. Очень приятно было поделиться с вами обзором этой вышитой работы. Будем ее теперь оформлять. Ну и, конечно, поделюсь с вами оформлением в будущем. Спасибо за то, что были на моем канале со мной, смотрели мой обзор. До скорых встреч!